Поклонники поздравляют ведьму из Эстонии с предстоящим пополнением в семье. К радости старшего сына. «Моя любовь, вся моя жизнь, это мои дети», признается в ответ звезда «Битвы экстрасенсов». Мэрилин счастлива в браке с Марком Александром Хансеном. Летом прошлого года у них родился сын. В конце июня супруги отметили первый день рождения мальчика. Какой год это был? Кайюс, счастливый, энергичный и очень умный мальчишка, который изменил меня как человека. Каждый день благодарю высшие силы за те дары, что у меня есть. И спасибо тем, кто поддерживал нас и желал нашей семье блага, отметила тогда Керра. Несмотря на беременность, ведьма не отложила рабочие поездки. На днях она была в Москве, где проводила курсы по тарологии. Также Мэрилин работает над книгой, которая выйдет в сентябре. Мэрилин – владелица нескольких магазинов магических товаров. Кроме того, у женщины есть в Москве свой центр, где она обучает следующим эзотерическим наукам – хиромантии, нумерологии, тарологии. Сама экстрасенс посвящает все время ребенку и не может вести приемы. Мэрилин родилась в большой семье, у нее есть сестры. После участия в битве в 2016 году ведьма даже не думала о создании семьи, ведь строила много планов, связанных с работой. Мэрилин Керра, я шла на эту битву экстрасенсов не за победой, Мэри признавалась, что очень счастлива рядом с Марком. 5 лет назад она даже не предполагала, что встретит человека, которому захочет родить детей. В 2014-м Керра даже не хотела жить, так ей было одиноко и тяжело в Москве. «Я искала любовь не в себе, а у других людей. И счастлива, что высшие силы дали мне еще один шанс. Думаю, сколько бы всего упустила, если бы меня не спасли. И теперь я умею ценить то, что у меня есть. И татуировку я сделала, чтобы, глядя на нее, не было дурных воспоминаний. На моей руке изображено сердце и линии, словно на кардиограмме, как символ жизни. Потому что всегда надо выбирать жизнь», — рассказывала Керра.